Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика». В студии Вадим Пачема. Сегодня в выпуске. Диверсификация промышленности. В Ижевске прошло выездное совещание Совета безопасности страны. За особую творческую устремленность стали известны фамилии школьников, которые будут получать стипендию главы Чувашии. Сеятель доброго и вечного. В Чебоксарах прошел вечер памяти писателя Алексея Талвира. Столица Удмуртии приняла выездное совещание Совета безопасности страны. В центре внимания – переориентация предприятий ОПК на гражданский сектор и снижение ДТП на дорогах. В обсуждении этих вопросов принял участие и глава Чувашии. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. То, что раньше называли военной тайной, сейчас становится повседневностью. Дроны, сошедшие с конвейера предприятия ОПК, приходят на помощь правоохранителям и городским властям. К примеру, вот такой беспилотник может находиться в полете до 4 часов и передавать картинку на расстоянии 100 километров. Еще один пример диверсификации промышленности – винтовки для биатлонистов. Их начали выпускать на заводе имени Калашникова. Спрос на эту продукцию растет. Перед производителями, которые работают на оборонный комплекс, стоят и новые задачи. Оборонно-промышленный комплекс обладает высоким научно-техническим и производственным потенциалом. В условиях предстоящего сокращения гособоронзаказа необходимо, чтобы этот потенциал был сохранен, сохраняя финансовую устойчивость и трудовой коллектив. К 2025 году предприятия оборонно-промышленного комплекса «Приволжья» должны выпускать до 30% гражданской продукции. Это достижимая задача, отмечает полпред президента. Производители должны быть вовлечены в реализацию национальных проектов. Еще одна тема на повестке Совета безопасности – снижение смертности от ДТП. Статистика тревожит. Каждый день в регионах округа на дорогах погибают почти 50 человек. В настоящее время в стране принимаются меры по совершенствованию системы государственного управления, регулирующей правоотношения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. С наличием недостатков транспортно-эксплуатационного состояния в улично-дорожной сети, элементов ее обустройства в федеральном округе связаны более трети происшествий, 39%. Одной из главных причин такого состояния дел является, и с одной стороны, дефицит финансирования, с другой стороны, и организация работ. Как следствие, только в 2018 году на региональных дорогах округа произошло 460 дорожно-транспортных происшествий. Главные причины ДТП – нарушение правил и агрессивная езда в нетрезвом состоянии. В регионах округа растет и количество аварий, совершенных по вине водителей автобусов. Такие происшествия являются во многом следствием оказания транспортных услуг с нарушениями требований безопасности, перевозок пассажиров, с использованием неисправных транспортных средств, без проведения предрейсового технического и медицинского осмотров, а также следствием нелегальных перевозок. Поэтому важно усилить контроль за осуществлением всех пассажирских перевозок, уделяя внимание перевозкам детей. Еще одна важная задача – развитие санитарной авиации, чтобы помощь к раненым прибывала оперативно. Трассы необходимо и дальше оснащать комплексами видеофиксации. Там, где работают камеры, количество ДТП снижается в разы. Михаил Игнатьев отметил, что безопасность пешеходов и водителей для правительства республики – приоритет. Комплексный подход у нас был, есть, и мы дальше с учетом дорожно-транспортных происшествий, с учетом летальных исходов, с учетом разных других аварий, будем вкладывать средства на те точки, для того, чтобы безопасность эти места. Это перекрестки, это светофоры, это где больше пешеходов, где общеобразовательные школы. За последние годы сделали многое, но индикаторы обозначены президентом, поэтому в этом направлении мы многое еще должны сделать. Задача национального проекта – снижение летальных исходов от ДТП в 3,5 раза до 2024 года. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов, Республика, из Ижевска. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обрушения школы в Урмарском районе. Часть 1 статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации «Халатность».
По версии следствия, ЧП произошло из-за того, что ответственные лица при проверке готовности школы к учебному году не выявили признаки нарушения целостности конструкций. Указанное бездействие подвергло постоянной опасности жизни и здоровью учащихся и работников школы, а также повлекло причинение крупного ущерба администрации Урмарского района на сумму более 7 300 000 рублей. Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев поручил провести тщательное обследование всех школ и детских садов, построенных в советское время. Необходимо выявить все возможные недостатки, а также решить вопрос о реконструкции тех образовательных учреждений, которые имеют износ более 50% и представляют потенциальную опасность для обучения. В сельской местности у нас малокомплектные школы, где-то 50% школ вообще пустуют. Если нужно закрыть отдельные помещения с учетом предаварийной ситуации, их лучше закрыть, понимаете, нет? И не надо их топить, не надо их использовать. Типовые проекты, которые были, они советского периода, они все типовые проекты, они одинаковые. Вы должны, соответственно, наработать там 3-5 типовых проектов по модернизации этих школ, по тем помещениям, где на самом деле они представляют опасность для детей, для учителей и для тех, кто пребывает вообще в этой школе. Прошу, вот это мое поручение, значит, начиная уже с сегодняшнего дня, взять на вооружение, создавать соответствующие комиссии, контролировать, координировать работу по созданию этих комиссий в муниципальных образованиях. 15 апреля в России стартует вторая волна отключения аналогового вещания. В нее попадают 20 регионов, включая Чувашию. Зрителям, которые смотрели аналоговое ТВ и чьи модели телевизоров старше 2014 года, придется приобрести для перехода на цифру специальные приставки и антенны. Компенсацию затрат малоимущим гражданам обсудили на заседании правительства республики. Компенсация предусмотрена двух видов. Первый вид – это для тех жителей населенных пунктов, которые находятся в зоне охвата эфирного телевидения. Сумма компенсации составит по фактическим затратам приобретенного оборудования, но не более 1750 рублей. Вторая часть – это 6500 рублей. Это для 83 населенных пунктов Чувашской республики, в которых проживает чуть больше 8000 человек, которые по техническим причинам оказались вне зоны охвата цифрового телевидения. Здесь тоже цены фиксированы между основными операторами спутниковой связи. Комплект такого оборудования стоит 4500 рублей, 2000 рублей установка. Необходимо проследить, чтобы не было необоснованного завышения цен продавцами техники, отметил глава Чувашии Михаил Игнатьев. Меры уже приняты, рассказал Михаил Анисимов. Для этого крупнейшие игроки на рынке уже подписали меморандум, что в их торговых сетях будут представлены приставки и антенны ценовой категории не выше 1000 рублей. Основные операторы спутниковой связи также зафиксировали цены. На компенсацию могут рассчитывать одиноко проживающие граждане или семьи, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, принятого для нашего региона. Те, кого признали малоимущим, и ветераны Великой Отечественной войны. Для того, чтобы получить компенсацию, нужно подать документы в органы социальной защиты населения не позднее 1 августа этого года. Ольга Пырочкина, Елизавета Зайцева, Борис Андреев. Республика. Создание высокотехнологичного агропромышленного комплекса, повышение конкурентоспособности нашей сельхозпродукции, устойчивое развитие сельских территорий – задачи Министерства сельского хозяйства республики. Об итогах деятельности ведомства за 2018 год и перспективах говорили на заседании Кабинета министров Чувашии. За последние 5 лет индекс производства продукции сельского хозяйства вырос на 12%. На это повлияло внедрение современных технологий, увеличение доли элитных семян, соблюдение норм внесения удобрений. Что касается растениеводства, то в прошлом году площадь озимых зерновых культур увеличилась на 27,5%. Усилению позитивных тенденций способствует господдержка. На приобретение элитных семян выделено 126 миллионов рублей. Зерна в 2018 году по сравнению с предыдущим собрано в разы больше, что является одним из лучших показателей за последние 5 лет. Производство овощей в прошлом году сохранилось на уровне 2017 года. В животноводстве в 2018 году произведено 123 тысячи тонн мяса, 423 тысячи тонн молока, 274 миллиона штук яиц. Сегодня республика себя полностью обеспечивает мясом на 100%, молоком на 135%. Задача до 2024 года увеличить производство мяса на 9%, молока на 10%. Увеличение производства зерновых культур, картофеля, хмеля, овощей, защищенного грунта и мяса, прежде всего птицы. Так выглядят задачи агропромышленного комплекса на 2019-2024 годы. Также в планах увеличить экспорт продукции АПК почти в 2,5 раза. Юлия Важенина, Елизавета Зайцева, Борис Андреев, Республика.
удостоверение многодетной семьи. Сегодня такой документ вручали в Доме правительства. Какие возможности появятся у его обладателей, знает мой коллега Дмитрий Ковалев. Громко разговаривать, бегать и спать на руках у папы. В такой день даже правила протокола становятся мягче. Повод особенный. Удостоверение многодетным семьям в республике вручили впервые. У Веры и Василия Казанцевых, как в мультфильме, четыре сыночка и лапочка-дочка. В Чебоксары за документом родители приехали из Алатыря с младшими. Глава семейства говорит, что дети – это смысл жизни. Чтобы родить и воспитать детей, в наше время очень сложно, вдвойне сложнее, когда семья многодетная. И вы только, многодетные семьи только могут понять нас, многодетных, ту радость, которую мы испытываем, когда в семье много шума, много детей. Надеюсь, мы будем чувствовать ту поддержку и в старости от наших детей. У семьи Крышитовых счастье полный дом. Мама Галина отмечает, что воспитание шестерых детей – труд непростой, но благодарный. В многодетной семье, я думаю, что мама является многопрофильной. Она должна уметь все. Немного быть воспитателем, немного быть поваром, уметь рукодельничать, что-то шить и что-то это. И помимо всего еще быть казначеем в доме. Папа, конечно, в многодетной семье обычно является добытчиком. А так хорошо, слава богу, мы справляемся. Нам помогают, конечно, наши родственники. Удостоверение многодетной семьи тоже должно стать существенной мерой поддержки. Такие же документы вручают жителям Татарстана и Москвы. Знаю то, что многодетные семьи пользуются льготами при посещении спортивных учреждений, учреждений культуры, но необходимо было представлять документы, то есть паспорт. В некоторых муниципальных образованиях требовали даже свидетельство о рождении. И таким образом, после выдачи удостоверения многодетной семьи, значит, этим документом будет один документ. То есть семья предоставляет, показывает удостоверение и получает право посещать учреждения культуры и спортивные учреждения или бесплатно, или на льготных условиях, как принято в муниципальных образованиях. Чаще будем посещать культурно-массовые мероприятия. Будем больше времени уделять семье и друг другу. Многодетные родители признаются, что чувствуют заботу правительства. Глава республики отметил, что поддержка таких семей – приоритетная задача. Им предоставляют множество льгот. Вы являетесь примером для других семей, молодых семей, которые от своей любви, от своих чувств создают на самом деле на жизнь свою семью. С другой стороны, это огромная ответственность для родителей и для старших детей, которые вместе с мамами и папами начинают воспитывать в дружной многодетной семье своих братишек и сестренок. Не случайно укрепление института семьи, улучшение демографической ситуации признано важнейшими приоритетами социальной политики нашей Российской Федерации. Сегодня глава региона вручил удостоверение 10 многодетным семьям, юным сладкоежкам, сок и конфеты. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. За особую творческую устремленность сегодня 77 чебоксарских школьников стали стипендиатами главы Чувашии. На вручении свидетельств побывала и наша съемочная группа. Лидер российского движения школьников, корреспондент пресс-центра, участница военно-патриотического клуба. И все это один человек. Девятиклассница Нелли Митина успевает не только учиться в школе. Такая серьезная награда у меня самая первая. Первый раз получает стипендию главы и одиннадцатиклассник Павел Слакаев. Он уже определился, кем хочет стать в будущем. Занимаюсь проектной деятельностью в своей школе и, помимо всего прочего, являюсь победителем и призером многочисленных олимпиад. Был проект «Наука в регионах», мы туда ездили в прошлом году. Этот проект проводится на базе Московского физико-технического института, собственно, туда, куда я и стремлюсь поступать. Отбор одаренных школьников и молодых людей шел по всей республике. Из 1000 стипендиатов 77 – столичные школьники. Наше будущее – гордо Чебоксар. Это звучит гордо, это звучит ответственно. Вы действительно большие молодцы. Вы это заслужили. Мы на вас будем равняться. Мы хотим, чтобы вы стали более умными, более талантливыми, более одаренными. И мы хотим, чтобы вы достойно закончили свои общеобразовательные учебные заведения,
поступили в престижные вузы нашей страны, в нашей республике и остались работать в нашем любимом с вами городе Чебоксары. Мария Клементьева уже получала стипендию у главы столицы. Было это в 3 классе. Я купила на эти деньги козу в деревне. А вот нету стипендии, сейчас на что отправишь? Я пока еще не определилась, но, наверное, я буду тратить эту стипендию на ткани, чтобы шить, так как я стала победителем Республиканской олимпиады по технологии. 1830 рублей – такова сумма ежемесячной стипендии главы республики. С 2004 года денежное поощрение получили более 13 тысяч человек. Татьяна Леонтьева, Алина Сусметова, Валерий Резюков, Республика. Интеллектуальная элита. Названы имена лучших школьников в окружной интеллектуальной олимпиаде. Сильнейшим в ПФО по робототехнике стал Дмитрий Петров, ученик одной из новочебоксарских школ. Они говорят и двигаются, но под строгим контролем юного изобретателя. Ни дня Дима Петров не проводит без роботов. Тренировочное поле для калибровки и наладки – шорт-трек. Дисциплина старая. Лучший мировой рекорд установил скоростной робот. Димин сортировщик поставил рекорд на окружной интеллектуальной олимпиаде. За 32 секунды я проезжал. У второго места уже около 56 секунд. Я использовал немножко не те моторы, как и все, но тоже леговские, но и не только за счет этого, и за счет программы тоже. Программа дает. Бывают роботы с похожими решениями, но полностью идентичных не найти. Добавить что-то свое – это творческая часть. И по убеждениям Димы, не каждый программист сможет сходу справиться с роботом и настроить его на работу. Вся сложность заключается в том, что робота нужно уметь отлаживать. Нужно смотреть, какие ошибки у робота есть, где он что-то недоворачивает, недокручивает и в таком духе. Уметь настраивать коэффициенты. А чтобы настраивать коэффициенты, их нужно видеть, их нужно чувствовать просто. Не меньше часа каждый день он проводит за своим любимым делом. И так уже 3 года. Об этом знает его папа, с чьей легкой руки сын подхватил увлечение. Если есть необходимость сборки какого-то робота, подготовки к соревнованиям, то есть начинается работа над конструкцией, то это все, в принципе, в комнату Димы зайти достаточно страшно. Мама, по крайней мере, не заходит. Все в деталях засыпано, все деталями, потому что это все, то есть, скажем так, творческий хаос. Хобби Евгения Петрова переросло в преподавание. В 13-й новочебоксарской школе он готовит к всероссийскому соревнованию команду младших школьников. По итогам регионального этапа лучшими изобретателями Чувашии стали Никита и Ульяна. Оба Петровы, однофамильцы. Хотя, может, и это как-то помогает наладить командную работу. Место каждой детали нужно знать по памяти. Таковы требования. Это как с автоматом, чтобы разобрать и собрать даже вслепую. Никита собирает колеса, а я собираю крепления для контроллера. Деталь бывает ось или палка. Мне нравится их искать, потому что у них разные размеры. Я узнаю их размер по кружочкам. Нам интересно собирать, потому что он клево ездит и собирает кубики. 3 раза в неделю здесь собираются любители поконструировать. И если несколько лет назад желающих было совсем мало, сейчас на занятия приходят с огромным желанием и горящими глазами. А что может робот? Как думаете, что может робот? Ну, почти правильно угадала. Нет, это глаза. Получается, при помощи этого датчика робот может определить расстояние до объекта. На начальном этапе детей приходит достаточно много. Буквально через месяц, полтора-два максимум, их остается ровно наполовину, как минимум, меньше. И только из этих детей потом постепенно вырастают наши маленькие чемпионы. Тут все просто, уверяет Евгений Петров. Просто сказать себе – это возможно. Ирина Волкова, Борис Андреев, Республика. Лента новостей пестрит материалами о заболевших корью по всему миру. По информации Европейского регионального бюро ВОЗ, за период с января по декабрь 2018 года корью заразились более 80 тысяч человек и уже 72 летальных случая. Самое большое количество заболевших зафиксировано на Украине. Страна уже установила печальный рекорд в Европе. В России данные случаи можно считать единичными. Медики заверяют, что эпидемиологическая обстановка в стране в норме. Но не стоит терять бдительность, ведь специфического лечения против кори нет. Единственная мера профилактики – вакцинация.
Передается вирус кори воздушно-капельным путем. У заболевшего поднимается температура до 40 градусов, начинается общая интоксикация, воспаляются слизистые, постепенно появляется сыпь на коже. Чтобы заболеть корью, достаточно просто прийти в гости к больному или оказаться рядом с ним в транспорте. Корью болеют как дети, так и взрослые. Взрослые болеют тяжелее. Единственная защита – сделанные вовремя прививки. Плановые прививки делают детям в один год и повторно в 6 лет. Вакцинацию я воспринимаю положительно, и в обязательном порядке мы делаем их, да. И моей старшей дочери Валерии скоро будет 6 лет. И мы обязательно в плановом порядке будем делать эту прививку. Взрослым, которые не болели корью и ранее не были привиты или привиты однократно, до 35 лет включительно. Людям до 55 лет делают прививки, если они находятся в группе риска, например, по условиям работы. Вы должны обратиться к терапевту, где можно провести серологическое исследование на титр антител. И в соответствии с показателями титра антител можно определить, нужно вам прививаться или нет. Роспотребнадзор по Чувашской республике запустил горячую линию по вопросам профилактики кори. По 18 марта включительно можно получить консультации специалистов-эпидемиологов об основных правилах профилактики кори, о мерах, которые необходимо предпринять при возможных контактах с заболевшим, а также о том, как обезопасить детей от инфекции. Звонки от жителей республики принимаются по будням с 9 до 12 и с 13 до 16 часов по номеру 56 46 66. Галина Титарчук, Алина Сусметова, Валерий Резюков. Республика. Мастерство и глубокое знание жизни. Так говорят литературные критики о творчестве чувашского прозаика Алексея Талвира. 21 марта исполняется 110 лет со дня рождения талантливого писателя. Алексей Филиппович Талвир родился в селе Батрево. Всегда отличался живостью ума, остротой языка и большой наблюдательностью, делятся воспоминаниями его односельчане. Владимир Табаков встречался с писателем несколько раз. Помнит, как подолгу беседовали о его книгах, очерках и статьях. Самый первый советский писатель из Чуваш. Вот. И я зачитывался его книгой на Буинском тракте. Там, потому что и про Батаревцев, и про Батарева написано в этой книге. У меня интерес к истории вообще вот с детства. Память должна остаться. Это очень большой писатель. И очень много лет был председателем Союза писателей Чувашии. Владимир Табаков много лет работал над своей книгой «Талвир», в которой собрал воспоминания родных писателя, друзей и соратников, множество архивных фотографий, рецензии на его произведения. Школьники, которые пришли на вечер памяти Талвира, смогли познакомиться и с этой книгой, а в первую очередь узнали, о чем писал сам Алексей Филиппович. Он в первую очередь затрагивал тему промышленности. Он бывал и на заводах, тщательно изучал, расспрашивал рабочих, и также и встречался с инженерами. Писал также о тружениках села. На эту тему он написал книгу на Буинском тракте. Это, можно сказать, автобиографическое произведение. Кстати, эта повесть была переведена на русский, украинский, литовский, грузинский, татарский, молдавский, удмуртский, болгарский и другие языки. Писал Талвир и книги для детей. За литературный труд, которым Алексей Филиппович занимался более 50 лет, был удостоен ордена Дружбы народов, почетной грамоты Верховного Совета Чувашской АССР, а за боевые заслуги в годы Великой Отечественной войны военный корреспондент Талвир награжден орденом Красной Звезды и медалями. Галина Титарчук, Татьяна Раевская, Борис Андреев. Республика. Далее смотрите полезную информацию, а я с вами прощаюсь до завтра. На улице весна, пора обновлений. Теперь в Чебоксарах есть точный адрес, где легко можно найти качественную и стильную верхнюю одежду. Ярмарка «Ермак» расположена по адресу Максима Горького, 49. Ассортимент новой весенней коллекции впечатляет своим разнообразием. Здесь более 5000 моделей современной верхней одежды фабричного производства. Подходящую для себя модель найдут и юные модницы, и солидные дамы. Мы привезли новую весеннюю коллекцию верхней одежды 2019 года, которая приятно вас удивит своим ассортиментом. Более 5000 наименований курток, пуховиков, пальто и плащей. Все хорошего качества, так как отшивается на наших российских фабриках с использованием современных материалов и надежной фурнитуры. А также представлен широкий размерный ряд от 42 по 72.
Елизавета Данилова с мужем приехали на ярмарку из района. Пришли за одной курткой, а в итоге купили сразу три. Про Ермак мы узнали через телевидение и решили заехать. А как заехали, посмотрели, ассортимент большой. Мы выбрали всей семье продукцию эту. И мужу, дочери и себе. Никого не обидели. А по цене как? По цене так, средняя. Средняя по нашей республике, скажем. Мужчинам тоже есть из чего выбрать. Здесь для них отведена целая половина магазина. Не потеряться в мире разных моделей, цветов и размеров помогут отзывчивые продавцы-консультанты. Ценовая политика здесь очень гибкая и начинается с 2200 рублей. Торопитесь! Ярмарка верхней одежды по адресу Максима Горького, 49. Работает без выходных. По будням с 10 до 20 и с 10 до 18 по выходным. В жилом районе «Солнечный», который расположился в Новоюжном районе Чебоксар, рядом с гипермаркетом «Лента», началось строительство нового жилого квартала «Солнечный парк». В скором времени здесь вырастет 16-этажный 4-подъездный дом с собственной автономной котельной. Микрорайон расположен в очень живописном месте, рядом с лесом, в шаговой доступности находится автомобильная дорога. В данный момент за мной происходит забивка свай позиции 24, это 4-подъездный. Панельный дом. Вот работа проводится без выходных дней. Преимущество панельного дома перед кирпичным в том, что дом собирается из панелей, которые производятся на заводе. Может собираться в любое, практически при любых погодных условиях. Дом будет сдан в третьем квартале 2020 года. Ну, мы уверены, что дом сдадим вовремя. Для этого все предпосылки есть. Все дома в «Солнечном» выполнены из современных трехслойных панелей с применением звука и теплоизоляционных материалов. Еще одно немаловажное преимущество – это то, что стены, потолки и пол здесь ровные и готовы под косметический ремонт. Если же есть желание купить квартиру с готовым ремонтом, то группа компаний «Удача» и «Сбербанк» предоставляют такую возможность. Стоимость ремонта войдет в сумму ипотеки и увеличится незначительно. С открытием этого нового проекта «Микрорайон Солнечный» объемы продаж компании сильно-сильно увеличились. Да? Это видно и по объему ввода жилья за 2018 год. Да? Это видим мы по тому, сколько клиентов выбирает квартиры именно в «Солнечном». Вот. Поэтому все позиции группы компании «Удача» аккредитованы в Сбербанке. Мы выдаем ипотеку без поручителей и оформляем ее очень-очень быстро. Быстрота оформления обусловлена и ценами на квартиры в «Солнечном». Минимальный первоначальный взнос составляет 180 тысяч рублей или можно внести материнский капитал. Сейчас у нас старт продаж, вот, уже как 2 недели. Можно купить квартиру в жилом квартале «Солнечный парк» от 1 198 тысяч рублей. А двухкомнатную квартиру можно купить себе за 1 864 000 рублей. Это тоже очень выгодно. Низкие цены на квартиры – это только часть преимуществ. Уже летом 2019 года в микрорайоне заработает детский сад на 110 мест и начнется строительство еще одного на 250. В «Солнечном» будет и своя современная общеобразовательная школа, где смогут обучаться 1100 ребят. В августе 2019 года закончится строительство 4-полосной автодороги, которая соединит «Солнечный» с проспектом тракторостроителей, по которой в последующем будет запущен общественный транспорт. Оценить преимущества городской и загородной жизни в «Солнечном» смогли уже 3000 человек. В микрорайоне введены в эксплуатацию 9 домов. Нам здесь очень нравится. Мы здесь живем уже 1.5 года. Здесь нравится нам природа. Рядом лес. Мы постоянно гуляем там и зимой, и летом. Зимой можно на лыжах кататься. Нам каток построил застройщик. Там на коньках мы катаемся тоже. Горку построили. Ну, вообще вот здесь чистый воздух. Экологичность, доступная цена при высоком качестве строительства и просторное расположение домов с видом на лес делают район «Солнечный» одним из самых привлекательных в Чувашии. По номеру 41-0000 вы можете получить консультацию каждый день без выходных с 8 до 21.00 и записаться на экскурсию. Цены действительны до конца марта 2019 года.